За переработку мусора в Великобритании теперь можно расплатиться криптовалютой. Сразу две британских мусороперерабатывающих компании стали принимать оплату за услуги в цифровой валюте. Первопроходцем по внедрению инноваций в сфере переработки мусорных отходов была компания Business West Ltd. Ее клиенты теперь могут произвести оплату в трех цифровых валютах – биткоин, лайткоин и эфириум. Биткоином пользователи смогут расплатиться и за услуги еще одного зеленого предприятия – UK Garbagement. Руководство Business West Ltd. отмечает, что нововведение внедрено не для зарабатывания предприятиям на изменении курса цифровых денег, а для упрощения оплаты как для крупных компаний, так и для простых граждан.